Времени суток, дорогие друзья. Вашему вниманию хотел бы представить такой вот синий Chevrolet Niva 2019 года с пробегом 107 тысяч километров, КПП механика, полноприводная. Теперь, дорогие друзья, предлагаю перейти к обзору передней части автомобиля, пассажирскому и водительскому сиденью и ко всему тому, что прилагается к ним. Открыв дверь, мы можем наблюдать вот такой вот салончик. Комфортненький, аккуратненький. Вам будет здесь удобно и приятно находиться. Так, вот такой вот у нас ключ зажигания. Для начала предлагаю нам завести данный автомобиль и посмотреть по всем составляющим. Вот здесь вот мы видим вот в таком вот состоянии приборная панель. Приборная панель у нас в полностью исправном состоянии. Все работает, все показывает. Дальше. Здесь у нас находятся кнопочки включения и выключения фар. Вот такой вот у нас мультируль. Дверь у нас с двумя стеклоподъемничками. Одной дверной ручкой. Также здесь у нас панель для прослушивания аудио, для просмотра видео, для прослушивания радио. Также машинка у нас имеет печку и кондиционер. Распределение подачи воздуха, теплого или холодного. Сама мощность непосредственно кондиционера, печки. Механическую КПП. Передачи все работают в исправном состоянии. Первая, вторая, третья, четвертая, задняя и пятая. Дорогие друзья, предлагаю перейти к обзору задней части автомобиля к пассажирским сиденьям. Открыв дверь, мы можем наблюдать вот такой вот просторненький, чистенький, аккуратненький салончик с вот такими вот сиденьцами. Вам будет здесь комфортненько и удобно сидеть. Дорогие друзья, если вас заинтересовал наш автомобиль Chevy Niva 2019 года, приобрести вы ее сможете у нас в автосалоне столица. Находимся мы в городе Самара по адресу Заводское шоссе 7. Приезжайте, все подробно покажем, расскажем, устроим вам тест-драйв, прокатимся с ветерком или на комфорте, как вам будет удобно. Приобрести ее можно как за наличный, так и за безналичный расчет по системе Trade-in и в кредит. Всем хорошего дня, до свидания.